На всех участках соблюдаются противоэпидемические меры. Избирателям выдают маску, перчатки и ручку. Все пункты оснащены системой безопасности, камерами видеонаблюдения, электрическими контейнерами для голосования. На участках также дежурит полиция. В числе первых проголосовал губернатор Дмитрий Азаров. Для удобства, для безопасности, для комфорта людей принято решение о трехдневном голосовании. И каждый гражданин нашей страны, жители Самарской области, имеет возможность уже сегодня, а также субботу и воскресенье, определиться со своим выбором. Сделать свой выбор в пользу будущего. Будущего нашей огромной, единой страны. Никаких сигналов о нарушениях на участках мы не слышим. Очень важно, что в эти выборы достаточно высок уровень технической организации, и это касается не только установленных на всех участках камер, это касается и систем электронного голосования, возможности удаленного голосования для ряда регионов нашей страны. Мы сейчас увидели, голосовали с использованием соответствующей контрольной техники, которую невозможно обмануть. В ряде случаев проголосовать можно, не выходя из дома. Для получения такого права необходимо лично или через доверенных лиц обратиться в территориальную или участковую избирательные комиссии по месту регистрации до 19 сентября. Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.